Хочу рассказать про самый простой раствор, который использовали наши деды, но сейчас он почти забыт. Только в некоторых деревнях еще об этом знают. А старые люди еще используют его. А, например, может такое случиться, что зимой, допустим, мы замечаем, да, что начинает глина отваливаться. Вот он крошится, и прикоснулся к ней, и она прикоснулся, да, чуть-чуть вот, она он разваливается. Или часто вот таких в этих местах, да, вот в этих местах отваливается. Может быть, мы ставим кастрюлю, кто-то варит на печке, да, постоянно тут заливается или испарение, да. Из-за этого происходит разрушение глины. Надо замазывать, да. Зимой у нас, например, мы не заготовили глину, нет у нас песка, глины. А что делать? А цемент же мы не будем использовать, правильно? Но вот раствор, который использовали наши деды, наши предки, они, он очень простой и бесплатный. А для этого нужно зола и вода. Золу просеем и туда добавим кипяченой воды. Зальем кипятком. После этого можно использовать. Раствор получается попрочнее, чем глиняный, но послабее, чем цементный. Что-то снимаешь? Да. Сейчас найду. Где-то у меня шпатель. О, нашел все. Угу. Ищи, что всегда находит, да? Угу. Ищите и найдете. Самое интересное, что это противопожарная смесь, потому что это уже не горит. А, ну да. Но она должна пропитаться. Сверху, видишь, такая, внизу пожиже. Тяжело помешивать. Не, сейчас помешаю, нормально будет. Видишь, смотри, сразу начинается. Вот.
Сейчас по еще полежит, пока я тут убираю, да, чищу. Прошло 3 часа. Подсохло она. Видишь, трещин нету даже, да? Так как сделал, так и она осталась. Вот, хорошо. Такой. Ну вот, все готово.